Смотрим. От стен Музея Победы стартовал молодежный автопробег. Участники посетят за время пути города-героя и города воинской славы – Тулу, Воронеж, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Керчь и Севастополь. В музее представители молодежных и студенческих объединений возложили цветы в зале памяти и скорби. Перед стартом автопробега заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин передал его участникам капсулу с московской землей. Очень символично, что ваш поход, ваш автопробег по городам героев, городам воинской славы начинается именно здесь, на Поклонной горе, именно в Музее Победы. Такие же капсулы активисты получат в каждом городе на своем пути. В день неизвестного солдата, 3 декабря, участники автопробега возложат привезенные сосуды с землей к мемориальному комплексу в Севастополе. Акция станет данью памяти героям, защитникам Отечества. В ходе автопробега его участники планируют познакомиться с работой местных патриотических организаций и обсудить вопросы сохранения исторической памяти. Организаторами акции выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриот-центр, а партнером – Российский технологический университет. Акция продлится до 5 декабря.